Система слепой на... Так, мне нравится эта системка. Я владел луком. И всем привет, дорогие подписчики канала Brawlotech Incorporated. На связи с вами ваш Альберт Вескер, но мы с вами продолжаем проходить, в данном случае, заброшенные шахты, Лару Крофт, она же Rise of Tomb Raider, она же Восхождение или Восстание, Расхитительница гробниц, в зависимости от того, в каком контексте вы используете слово Rise. Ну а мы продолжаем, вебку я выключаю по традиции, с вами не прощаюсь, и погнали, там гребаные урановые шахты, так что не дышите. Ну ладно, если серьезно дышите, это Ларе нельзя дышать, а нам можно. Идем, нельзя терять время. Хорошо, сейчас пойдем. Так... По этому пути мы пройдем сквозь гору. Мои соплеменники издавна пользовались этими проходами. А потом прибыли красные и начали раскопки. А что они нашли там внизу? Достаточно, чтобы разжечь их любопытство. Они использовали механизмы и взрывчатку, чтобы проникнуть вглубь, и много чего разрушили. Многие старые проходы обвалились, но теперь тут безопасно. Или было безопасно? Было? Я не это надеялась услышать. Похоже, Орден Троицы нашел старое горное оборудование. Теперь они пытаются довести до конца начатое красными. И другого пути просто нет. Боюсь, что нет. Уже нет. Это все усложняет. Насколько усложняет? Аккуратно. Идем. Нельзя терять время. Из-за них тут все рухнет. Многие старые проходы были обрушены в ходе советских раскопок. Их механизмы не годились для тонкой работы. Придется прокрасться мимо. Да. Но надо поторопиться. Если они обрушат туннель, мы окажемся в ловушке. Быстрее! Беги, беги, беги! Бегом! Черт! Здесь не пройти, нам нужно... А, нет, нам туда! Ясно! А, она, ты целая, просто все падает, да? Бежим, 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 бежим! Лара, беги, 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 беги! Вроде живы. Жива? Цела? Вроде как да. Ну и отлично. Яков, Яков, ты там? Слышишь меня? Ты серьезно, Лара? Плохо дело. Конечно, плохо. Ты пытался связаться с человеком, когда вас раздирают... Хотя и раздирает тоже, наверное, его сейчас завалило. Несколько тонн горной породы. Что ты хочешь от него? Он тебя не услышит. Может, удастся починить подъемник? Наверху же должен быть выход. Погоди, может, я смогу... Сюда пришли, нам не вернуться. Придется починить подъем. Знаю, только дай кое-что сделать.
Так, те двое внизу. А вот с этим я могу разобраться, если получится. Могу я в него голову попасть? Так. Огневое прикрытие. Ну давай. Все чисто, чинно, мирно. Гляну-ка я на пульт управления. Сначала добудь мне все полезное. Взгляну, где находишься на пульт управления. О, я удивлюсь. Я поражусь, если вот здесь что-то реально было, и я этого не нашел. Будет обидно. Так, ну тут вроде все как бы есть у нас, хорошо. Так, до того я сам не долезу. Ясно. И что теперь? Что-что? Классика, Лара. Классика. Лазанье. Скалолазанье. Давай, давай, давай. Надо было легко догадаться. Отпусти. Молодец. Мне нужно попасть туда. О. Это пригодится. Да неужели? Наконец-то! Боевой нож спустя столько времени. Может, если порезать канаты? Может быть, а может быть нет. Зато теперь мы сможем с вами срезать все флаги. Надо будет прямо организовать. На подъемнике подняться не получится. Придется искать другой путь. Ну, сейчас прицепим нашу рельсотронку и поедем, так? Здесь не получится, значит, по внутренней части полезем. На подъемнике подняться не получится. Придется искать другой путь. Ну, сейчас найдем. Я, кажется, догадываюсь, что это за путь. И мне он не нравится. Хотя я тут смотрю, вот здесь есть. На подъемнике подняться не получится. Придется искать другой путь. Хотя... Есть идейка. Может, сработает, а может, не сработает. На подъемнике подняться не получится. Да вижу, Лара. Придется искать другой путь. На подъемнике подняться не да получится. Да, Лара, хватит уже повторять. Придется искать другой путь. Аккуратно. Давай, потихонечку, полегонечку. Все нормально, не спешим, все хорошо. Гора рушится, дело жмурится. Пожалуйста, ознакомьтесь с этими донесениями как можно скорее. С тех пор, как мы нашли развалины, новых приказов не поступало. Продолжаются исследования реликвий и свитков, найденных на раскопе. Конечно, это покажется невероятным, но, похоже, перед нами развалины легендарного Китежграда. Мы обнаружили множество упоминаний некого мессии или пророка. Если я правильно понял текст, он бежал из Византии приблизительно в X веке.
В записях говорится, что с собой он имел некую могущественную реликвию. Работы на руднике временно прекращаются. Я намерен выяснить все об этом таинственном пророке. Ну, правильно, надо собрать сведения. Ну, у нас, кстати, не такие нормальные, грамотные люди, как были. Значит, получается, мы сейчас идем к Китежграду? Ну, получается, да? О! Чем мне кажется, я сейчас встречу медведя? Слишком... Неужели это часть затерянного города? Да. Причем хорошая, я бы сказал, по части. 5 монет. С горстки в 10 тысяч. О! Смотрите-ка, что там у нас. Ловушечка. Мы доставили в главную пещеру тяжелую технику и попробуем пробиться в храм, даже если для этого придется сломать его древние врата. Мы уже добыли и зарегистрировали сотни реликвий, но потеряли в шахтах 2 охранников. Я лично допросил пленников из местных, они уверяют, что понятия не имеют, куда пропали бойцы. И хотя мы жестоко их наказали, боюсь, они на грани мятежа. А если это не они? Чуть не попалась. Че так дышишь-то? Обычные колья. Старая добрая ловушка, ничего нового. Так, вроде ничего специфического не наблюдаю. Движемся дальше. Обнаружен новый базовый лагерь. Ну, красота. Телепортироваться, конечно же, я не смогу. Снова нас отрезало друг от друга. Надеюсь, Яков жив. Могу. Я точно не знаю, где нахожусь. Это начинает входить в досадную привычку. Да какая привычка? Я борюсь за жизнь. И, к собственному удивлению, продолжаю надеяться. Меня окружают удивительные развалины. Похоже, это затерянный город пророка. Но насколько все это правда? Святой источник. Он и вправду здесь? Да. И кажется, мы посвящаемся с его воплощениями в лице Виндинга. У меня почему-то такое ощущение сейчас посыпается. Адреналин, бесшумное приземление, железная шкура, удар сбоку. Планета так с уклонением может убить врага, на котором нет брони, вовремя нажав кнопку. Это, конечно, полезно. Смерть с небес. Мгновенно убивает врагов ножом, прыгая на них сверху. Для проведения атаки нажмите Y в нужный момент. Слушайте, нож у нас как раз появился. Можно, наверное, ее использовать. Так, что у нас еще есть из остального? Стальные нервы. Падальщик. Знаток лука. Из лука в ближнем бою вы увеличите шанс найти на его тело особые стрелы. Это в упор больше вероятности находить в телах убитых врагов экспансивные пули. Но я ни того, ни другого нету. Я могу сейчас, конечно, начать делать ядовитые стрелы, но толку в этом ноль. Стрелы с ядовитым газом. Пули со смешанным центром тяжести. Ну, со смещенным центром тяжести. Это экспансивка. Быстрое изготовление. Нет в этом смысла. Давайте вот сейчас мы с вами, знаете что, наверное... Как раз таки смерть с небес. Хотя лучше, смотрите, нет. Нет, если в бесшумном режиме. Не знаю, да, не, давайте вот смерть с небес. Это куда удобнее будет и практичнее. Потому что если... А, мы... А, я не могу телепортироваться. Ну и отлично. Я уже хотел вернуться, честно говоря, начать срывать флаги. На этой фреске... Пророк проповедует в Константинополе. Ну, неплохая фресочка. Хорошая. Пасторальная, живописная. Мне нравится. А там внизу что-то есть. Здесь есть проход? Нет. Значит, будет внизу.
Вот это да. Какая красота. И не говори. Умели раньше копировать собор Святой Византии? О, нет. Ни одного из них не вижу. Выстрел бы сейчас бы. Так, вот тот в самом дальнем углу. Ага, видите? Парочка ходит. Сразу не прибьешь, как ни старайся. Похоже, эту стену возводили в торопях. Через щели тянет воздух. Я попробую ее пробить. Может, так выберемся? Держи. Похоже, Анна была права насчет затерянного города. Источник должен быть где-то здесь. Больше никого пока не наблюдается, да? Прекрасно. Уля. Так. Придется пошуметь. Хотя этого я не хочу как раз таки. Но по-другому здесь никак. Не доходит. Там, скорее всего, кто-то еще копается, я так думаю. Отлично. Два. Есть, отлично, иди сюда. О, привет, красотелла. Давай. Ой, не успел, хотел подлечиться, не дали. Ой, ладно, было промечиво. Но зато весело. О, нет. Эту стену возводили в торопях. Через щели тянет воздух. Я попробую ее пробить. Может, так выберемся? Держи. Так. Голову дважды и тихо. Это хорошо. Это самое главное. Так, коктейль Молотова у нас. Прекрасно. Тут что у нас? Товарищи, я убедительно прошу вас ознакомиться с моими донесениями. У нас критическая нехватка персонала и провианта. Заключенные подняли самое настоящее восстание. Захватили раскоп и прилегающие комплексы. В качестве ответной меры я приказал расстреливать пленников из числа местных жителей. Если нам повезет, повстанцы сложат оружие и сдадутся ради спасения соплеменников. Серьезно? Не будут они сдаваться, они шизанутые. Тут, кстати, бомбы можно делать, конечно. С одной стороны, в принципе, логично. Надо бы начинать. Но нам не дадут, поскольку опыта нет. А вот та-то где находится?
И там внизу, кстати, тоже что-то есть. Я видел рюкзак географа. Вот. Я, получается, там пройду, буду идти здесь по подземке и уже достану все это дело. Но надеюсь, что оно будет именно так, потому что я не понимаю, как и что мне тогда делать. Так, спиртовка и смеси здесь есть. Это я с собой возьму. Там, глядишь, посмотрим. Там наверху что-то есть. Сколько ж вас там? И тоже не идет пока. Она хочет из чашки сделать дымовую бомбу. Гения. Давай, покажи. Ну что, бросил гранатку? Молодец. Хороший мальчик. Разобрались хотя бы с этими идиотами. Ух ты, тут целая купель. О. Артефактики. Это я люблю. Так, давай, открывай мне советскую. Ремесленный инструмент. Инструменты для улучшений. При помощи инструментов можно разблокировать новые улучшения для оружия. Улучшить оружие можно в базовом лагере. Наконец-то. Так, здесь есть где-нибудь костерчик или мне возвращаться обратно? Потому что вон там что-то лежит. Я хочу это достать. Но у меня все переполнено, что я и так знаю. Ладно, давайте вернемся к костру и начнем ремонтировать. Ну, в общем, у нас есть ремесленный инструмент, то есть можно было бы... То есть, получается, я... Можно его не покупать было, наверное. Надеюсь. Или его... он тоже стоит там производства какого-то. Так. Выживание. Обойма, быстрое изготовление. Мастер изготовления тупых ловушек. Нет, не здесь. Так. Стальные нервы, падальщик. Знаток лука, экспансивочка. Санитар. Экспертиза. Адреналин. Лишенный приземления. Давайте мы с вами железную шкуру возьмем в этот раз. Но я не вижу прокачку у нас. Или я теперь могу уже сразу? Вот давайте сразу посмотрим. Да, мне уже доступно. А, может там просто новый уровень ремонтного инструмента дает? Скорее всего, новый уровень, я так думаю. Ладно. Так, погнали. Волшебная тетива. Воск повышает гибкость тетивы, позволяет быстрее и плавнее ее натягивать. Берем. Подогнанные плечи. Подогнанные плечи позволяют увеличить натяжение тетивы для нанесения повышенного урона. Специальный спуск. Специальный спуск упрощает сдерживание полностью натянутой тетивы, позволяя удерживать ее дольше. Берем. Все берем. Вот не зря качали, вот не зря. Смазанное око для обоймы. Приемник магазина смазан для ускорения. Это не точно. Специальная рукоять.
удобнее держать, и отдача становится меньше. Вот это возьму. Тут у нас что? Удлинение ствола. Позволяет стрелять точнее, что повышает урон. Прекрасно. Полированный затвор. Понятное дело. Ай, красота. Наконец-то. Нет, реально, я... Наконец-то у нас есть хорошие улучшения. Не что-то там. Так, надо найти, где залезть. Здесь наверху ящик. Нам идти в ту сторону. Соответственно, вот здесь как-то должен быть какой-то вход. Надо только понять, что за вход. Видите, она может здесь даже залезть. Но непонятно по... с помощью чего. Вот здесь может переп... Может, наверное, вот здесь поверху. Конечно, глупое предположение, но все же. Как вариант, не могу исключать. Из стеклянных банок получатся дымовые гранаты, которые... Ну, обзор. Ну, это о чем? Мне в любом случае сюда, а оттуда я могу потом сюда и сюда. Тут еще какая-то лестница или шахта-вагонетка. Но здесь, кстати, вот паренек что-то искал, какой-то проход вот здесь. Я думаю, он что-то нашел. Взрывается, да, открывается, нифига. Ясно. Но проверить стоило. Так. Сломалось. Ну, сам виноват. Теперь я отчетливо понимаю, что нашу систему связи вывели из строя. Подозреваю, что вы уже довольно давно не получаете моих телеграмм. Но я продолжу отправлять их, как велит мне долг. Вскоре после показательных расстрелов пленников местные атаковали нас с нескольких направлений. И их здесь куда больше, чем мы предполагали. Стало ясно, что они приходят с другой стороны горы, и мятеж готовился несколько лет. У нас не осталось энергии и воды, а зима уже близко. Те, кто еще остался, скоро уйдут. У нас остался один транспортный поезд, и мы попытаемся увезти столько реликвий и записей, сколько сможем. Молодцы. Нет, реально молодцы. Непослушное население, местные территории пытаются бороться с одной стороны, тоже хвала, кстати, им. То есть не дают себя в обиду, а с другой стороны профессионалы четко и ясно делают свою работу. Это я про солдат в данном случае. Нет, в данном случае они реально работают как профессионалы. Это... А вот чисто по работе. Я только не понимаю, вот как вон там забрать. Хотя вон там канатка. А, это подъемник, наоборот. Да, в общем, мне в любом случае туда идти как-то надо будет. Ясно. В общем, если что, там окажемся. А для чего нужна такая канистра? Не пойму только. Только, пожалуйста, не упади. Пожалуйста, не упади. Пожалуйста, не упади. Кто-то уже пробовал выйти через эту дверь. Если привязать остальные тросы, я смогу сорвать дверь с петель. Сорвать дверь с петель, она сорвалась. Молодец. Так, на этот не получится залезть. Давай, держись. Давай, 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 давай. Есть. Ну что, повезем, что ли? О. Попробую-ка отодвинуть тележку. Давай.
Аккуратненько, пойти. Только как-то столкнуть ее в пропасть. Так, сейчас мы все столкнем. Но сначала... К двери привязана вагонетка. На вид тяжелая, может сорвать дверь. Может. Если все получится, то вообще прекрасно. Давай, 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 давай. Крутись, крутись, крутись. Можно обрезать? Открыть ворота! Спокойно, держимся, поднимаемся. Это нехорошо. Но с другой стороны, открылся проход, так понимаю, да? Да, так и есть. Мы теперь тут одни, тут никого больше нет, только мы. Красивая статуя, кстати. Так. Надеюсь, что ничего не упущу. Не хочу, чтобы было все как в серии. Аккуратненько. Ничего не теряем. О! Вы спятили, парни! Давай. Есть. У нас потеря. Давай. Давай. Давай, 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 есть. Давай, 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 есть. Вот это кровавая баня. О, да вы издеваетесь. Ладно, сменить на тяжелую артиллерию. Так, давай, я это беру. Давай, держись. Недооценивайте мощь советской винтовки. А, черт. Я сам виноват, не прикрывался и не лечился. Ладно. Но зато мы знаем, что теперь нас здесь ждет полная задница. Там, возле пресса. О, зараза. Так, ой-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 
Да. Нет, не почти. Никаких почти здесь мне тут ваших не надо. Нет, никаких только ты и я. Вот. Давай, есть. Есть.
Есть. Слушайте, вот эта вот система слепой на... Так, мне нравится эта системка. Я владел луком. Я магистр лучного дела. Теперь можно подлечиться. Давай, добывай. Шкурка. Неплохо. Так, подождите, нет, не это. Ты мне вот это делай. У нас очень мало стрел. Но зато неплохо постреляли. Так, вот это я возьму. Так, со всех... Ой, сколько здесь трупаков. Из каждого по стрелы. Так, Лара, нюхай. Обнюхаем все. Собираем все, забираем все. Так, о! Византийские монеты. 5 штук. С огромной гости, как всегда. Кто бы сомневался. Нам туда. А здесь обход какая-то есть. Не могу на нее не обратить внимания. Так. Теперь все понятно. Если воспользоваться указаниями. Тайники с монетами. Так, а там, где я был? Ну вот сейчас мы здесь вернемся, будет тайничок с монетами. А здесь его нету, тут нету, тут нету, тут нету и тут нет. Спасибо, хоть на этом спасибо. О, а то не хватало еще как в Сирии. Но все равно мы будем собирать, потом что купим этот ремонтный набор. Уверен, это что-то стоящее. Добывай. 15! Наконец-то хоть что-то стоящее. Сколько мы сейчас монеток-то? 109. Неплохо. Мы уже перешли в отметку сотню. Так. Тут какое-то помещение. Там, наверное, что-то ценные реликвии лежат какие-нибудь. Ладно, идем теперь туда. А, хотя подождите, вот здесь может быть что-то... А, как бы уже были, но... О, я же говорю, что-то есть. Бумага. Ну ладно, ну тоже годится. На лечение, на все такое. Ой, как я не люблю такие моменты. Ну ладно. Спокойно. Ларыч, залезаем спокойно. Проблем не испытываем. Так, он внизу. Он внизу спокойно нас ждет. О, реликвия. Рукоять меча из золота, украшенная камнями. Он принадлежал знатному византийцу. В чем византийцу? Может быть, не знаю, там, варягу. Хм. А лезвие сломано у самой рукояти. Наверное, во время битвы? Ну, вот это вполне уже более адекватной реакции сказано. Нет, ну реально. Так. Рюкзак географа вон там. Ладно, попробуем до него добраться и не провалиться. Аккуратненько. Давай, добывай. Я не заметил. Хорошо, прыгнул вовремя.
А где сам владелец? Карта обновлена. Ну, тут все забрали. Эти я и так видел. Можно было и не сообщать. А так более ничего нового. То есть сейчас можем теперь технически, в принципе, уже выходить. Стрел полно. Этого полно. О, здесь есть документ. О! Тому, кто прочтет это послание. Скоро я умру. И со мной умрут все знания об этом месте. Наше бегство было обречено на провал. Мы сели на поезд и отправились в долгий путь, но в паре километров от горы обнаружили, что пути, проложенные ценой стольких жизней, попросту исчезли. Много месяцев местные кропотливо разбирали железную дорогу и специально отсекали это место от цивилизации, чтобы потом ударить наверняка. И скоро, подобно их драгоценным развалинам, меня навеки поглотят снега. Тому, кто прочтет это послание. Угу. Тому. Знаете, что меня сейчас выбесило в этом послании? Разбирали в течение нескольких лет железнодорожное полотно. Составы должны идти регулярно. Это припасы, продовольствие, вода, медикаменты, патроны. Вот в это я не поверю точно. Хотя бы с регулярностью раз в неделю должен идти состав. Ну раз в месяц. Это раз. Во-вторых, об этом уж в любом случае было бы известно вышестоящим. И они бы сюда всю Красную Армию тогда направили бы. Нет, в это я не поверю. Погнали дальше. Так. Нет, ну просто реально, это нереалистично. Так. Так. Давай, Ларис, залезай. О, да вы издеваетесь. Никаких сбоку, уходим в сторонку. Где вы? Так. А, вот, товарищ наш. Есть желающие еще посражаться издалека? Давай. Да, ты и я. Давай. О, зараза, ты больно бьешь. Нет, это я тебя убью. Живучий-то какой. Ну, мальчики, вылезайте. Я знаю, что вы тут точно не одни. Так осветить место только ради одной Лары, да в жизни не пойду. Вот, где вы? Ага, молодцы. Ну как, полетал? Он уже сказать этого не сможет. А, жалко. Хороший был мужчина, видный. А, стоп. Что я куда-то полез? Сначала за монетами полез я. Лара, брось. Идемте за монетками. Вот. Вот оно. Добывай мне. Может, тут кто-то засаду сделал? Надо проверить.
Давайте тогда вот те ящики тоже два заберем. Все равно там пока ехать смысла некуда нам никуда. Может, что-то еще попадется. Сможем еще прокачать. Все равно дополнительный опыт у нас так и есть. Так идет, так и имеется. Проблем быть не должно, в принципе. Давай, залезай. О. Давай, открывай. Что там? Винтовка разблокирована. То есть какая-то новая винтовочка у меня. Ой, карта обновилась. О, смотрите, что у нас здесь появилось. Так, здесь все пусто, это хорошо. Значит, я все внимательно осматриваю. Здесь. Я проверяю все эти места на тот случай, чтобы потом, если что, начать беситься, как в Сирии. Так. Давай, добывай. А, отлично, шкурка есть. Ну, а теперь идем к лагерю. Как раз... И сохранимся, и отоспимся. А, это статуя. Я на нее даже не обратил тогда внимания. Что ж, ребят, давайте тогда сами на этом на сегодня мы с вами закончим. Вот давайте здесь мы сейчас кое-что посмотрим, что у нас только из оружия появилось. У нас какая-то новая винтовка появилась, да? А, пистолет-пулемет. Фигня. Хотя давайте вот эти вот возьмем. Да, полированная обойма. Пусть будет. Но я возьму себе все-таки карабин. Он удобнее, он безопаснее, он сподручнее и спокойнее. Так. Знаете, что сейчас происходит, ребят? Я вам сейчас скажу очень одну забавную ситуацию, которая сейчас пытается случиться. Пока я сейчас записываю, параллельно... Какой-то Galaxy M51 пытается ко мне подключиться. Попытки без... пустые, пока я не сделал подтверждение. У меня система безопасности покрепче будет, паренек. Правда, ты это узнаешь только в среду. Извините, не мог не подерзить. Мое право, как автор контента. Так, я играю иначе, ребят. Надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя трансляция. Здесь у нас вроде все прокачано. Вроде бы и все заполнены. Хватит пытаться ко мне подключиться. Ничего, я не буду добавлять тебе никакое устройство. Вообще какой-то наглый прыгник. Надо будет потом его заблокировать. Послушаем Windows, уж извините такое. Ну, что поделаешь. Так, ребят, надеюсь, вам понравилась сегодняшняя трансляция. Спасибо. Трансляция. Видео прохождение, геймплей. Ставим лайки, пишем комментарии. Это позволяет... развитие нашего канала, продвигаться. И, кстати, на момент этой записи у нас 1400 человек. Мы приближаемся к цели для создания анимации, а она у нас еще даже нет рендерена. Так что надо торопиться. Что ж, ну с вами был Вескер. До скорой встречи. Всем пока. Увидимся. И помните, если оказались в шахте, пожалуйста, ничего не взрывайте, иначе вас завалит. Да, Ларочка? До встречи.